Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс». Авторы Мерзляк, Полонский и Кир под номером 245. Нас просят расположить в порядке возрастания числа. Эти числа – дроби с разными знаменателями. Для того, чтобы их расположить в порядке возрастания, нам нужно их сравнить. А чтобы их сравнить, вспоминаем правила. Чтобы сравнить дроби с разными знаменателями, надо привести их к общему знаменателю, а затем применить правило сравнения дробей с одинаковыми знаменателями. Мы знаем, что из дробей с одинаковыми знаменателями больше та, у которой больше числитель, меньше та, у которой меньше числитель. Поэтому наши дроби мы будем приводить к общему знаменателю. Итак, по цифре 1. Для того, чтобы сравнить несколько дробей с разными знаменателями, найдем их наименьшее общее кратное знаменателей. У нас знаменатели 12, 8, 4 и 6. 12 делится на 6, 8 делится на 4. Поэтому, чтобы найти наименьшее общее кратное, достаточно 12 умножить на 2. Получится 24. Итак, мы приведем наши дроби к знаменателю 24. Дополнительные множители будут к 7 двенадцатым. 24 делим на 12 – 2. Получится дробь. Применяем основное свойство дроби – 14 24. Для 3 восьмых дополнительный множитель будет 24 делим на 8, это 3. Умножаем числитель и знаменатель дроби на одно и то же число, получаем дробь, равную данной, 9 24. Для дроби 1 4 дополнительный множитель будет 24 делим на 4, это будет 8, это будет 6. Применяем основное свойство дроби. Числитель и знаменатель умножаем на одно и то же число. Получаем дробь, равную данной, 6 24. И для дроби 5 6. Дополнительный множитель будет 4. 24 разделить на 6 – это 4. Применяем основное свойство дроби. Получаем дробь 20 24, равную данной. И теперь сравниваем дроби с одинаковыми знаменателями. 24. Итак, из этих дробей 14, 24, 9, 24, 6, 24 и 20, 24 наименьший числитель у дроби 6, 24. Это дробь 1, 4. Она будет наименьшая. Из оставшихся дробей, следующая дробь, у которой числитель больше, чем 4, но меньше, чем 14 и 20, это 9. 9, 24 будет следующая дробь, это 3 восьмых. Сравниваем дроби 14, 24 и 20, 24. Меньше числитель у 14, 24. Значит, следующая дробь будет 7, 12. Ну и наибольшая дробь будет дробь 5, 6. Все, мы расположили с вами наши дроби в порядке возрастания, предварительно приведя их к общему знаменателю и сравнив дроби с одинаковыми знаменателями. По цифре 2. Найдем наименьшее общее кратное знаменателей. 4, 15, 12 и 20. Это будет 60. Теперь приведем наши дроби к этому знаменателю. 3 четвертых. 60 делим на 4, 15. Мы получили дополнительный множитель к этой дроби. Применим основное свойство дроби, умножая числитель и знаменатель на это число, получаем 45 шестидесятых. Следующая дробь 8 пятнадцатых. Находим дополнительный множитель. 60 делим на 15, получаем 4. Применяем основное свойство дроби, получаем дробь 32 шестидесятых. 5 двенадцатых.
60 делим на 12, это 5. Умножаем числитель и знаменатель дроби на одно и то же число 5, получаем 25 шестидесятых. И последняя дробь 9 двадцатых. 60 делим на 20, это 3. Умножаем числитель и знаменатель дроби на одно и то же число 3, получаем 3 × 9 – 27 шестидесятых. А вот теперь сравниваем дроби с одинаковыми знаменателями и выбираем из них дробь с меньшим числителем. Это 25 шестидесятых. Эта дробь равна дроби 5 двенадцатых. Из оставшихся дробей выбираем дробь с меньшим числителем. Это 27 шестидесятых, соответствует дроби 9 двадцатых. Ну, сравним 45 шестидесятых и 32 шестидесятых. У 32 шестидесятых меньше числитель, значит, это дробь меньше. 8 пятнадцатых будет на третьем месте. И наибольший числитель у дроби 45 шестидесятых, это дробь 3 четвертых. Все, мы с вами расположили дроби в порядке возрастания. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть предложения, замечания, оставляйте их в комментариях к этому видео.